Вот и наступил конец рабочей недели. Впереди выходные. Чтобы не показалось, что уикенд пролетел как одно мгновение, нужно провести его интересно и полезно. Афиша выходных прямо сейчас. Начать свой уикенд можно со спектакля «Променада. Место встречи. Тверь». Уже в эту субботу вы можете прогуляться по старинным улицам, узнать много интересных фактов и, конечно же, влюбиться в свой город заново. Проект соединяет в себе элементы спектакля и аудиоэкскурсии. Группа из 20 человек надевает наушники и следует за актерами по центру Твери. В наушниках монтаж реальных голосов жителей города, живых историй и неочевидных точек зрения. А для тех, кто хочет провести эти выходные весело, предлагаем 17 сентября с 12 часов дня в Ботаническом саду почувствовать себя настоящим цирковым артистом. Под руководством профессионала Василия Алексеевича вы научитесь жонглировать, стрелять из лука и даже ходить на ходулях. Ну а сделать яркими выходными поможет выставка творчества Сальвадора Дали в Тверском музейно-выставочном центре. Вы не только насладитесь оригинальными работами художника, но и увидите, как сны сюрреалиста оживут прямо на ваших глазах. В эти выходные Тверской городской музейно-выставочный центр будет проводить бесплатные экскурсии по двум выставкам. Первая выставка – это «Сальвадор Дали. Сюрреализм. Это я», а вторая – «Поп-арт». А молодежь от 14 до 22 лет и вовсе в любое удобное время может сходить на данной выставке совершенно бесплатно по программе «Пушкинская карта». И дождь не помеха для спорта. Так, в городском саду в воскресенье с 11 утра можно будет присоединиться к адаптивной акробатике. Укрепить ноги, руки и позвоночник с помощью специальных упражнений, и все это под открытым небом. Событий на выходных много, каждый может выбрать себе занятие по душе. Но самое главное на уикенде – это по-настоящему отдохнуть. Приятных выходных!